Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном лайфстайл-канале «Сладкий персик». Не забудьте подписаться. Сегодня я покажу, как сделать очень вкусную и простую заготовку из обычного укропа. Рецепт очень простой, все как я люблю. Нам понадобится блендер и пару минут свободного времени. Обычно укроп я всегда сушу, ну или замораживаю, но эта заготовка мне тоже очень понравилась, и я хочу поделиться ей с вами. Нам понадобится большой пучок свежего укропа, лимон, оливковое масло или любое другое растительное и несколько зубчиков чеснока. Если хотите, по вкусу можно добавить немного соли. Лимон разрезаем на две половинки, и нам нужно будет выжать из него сок. Пока что убираем лимон в сторону, берем укроп и отрезаем толстые стебли. Они нам здесь не понадобятся. Сам укроп произвольно нарезаем, берем блендер, перекладываем туда наш укроп, добавляем несколько зубчиков чеснока, чеснок можете брать по вкусу. Туда же в блендер наливаем растительное масло, у меня было оливковое масло, но можете использовать любое растительное масло, которое любите. И выдавливаем лимонный сок. Только, пожалуйста, аккуратнее, если вдруг попадутся косточки от лимона, их нужно вынуть. Теперь закрываем блендер крышкой и измельчаем на максимальной мощности до однородного состояния. Ну, это примерно секунд 20-30. Посмотрите, какая консистенция у нас должна получиться. Теперь берем какую-то баночку или контейнер с крышкой и перекладываем туда наш укропный соус. Закрываем крышкой и храним в холодильнике или просто в холодном месте. Это очень вкусно. Теперь укроп заготавливают только так. Баночку с укропным соусом нужно поставить в холодильник и доставать при необходимости. Например, такой соус можно намазать на хлеб или на какой-то бутерброд, добавить его, например, в пасту или использовать с рыбой или с мясом. В общем, фантазия здесь безгранична, ешьте так, как вам больше нравится. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, напишите в комментариях, если рецепт вам понравился, и подписывайтесь на мой канал.